И мы начинаем нашу тренировку смеха энергия. И хочу сказать, что же это дает? А это дает усиление кровообращения, поступление кислорода к мозгу, к сердцу, ко всем органам, тем самым профилактика многих заболеваний и укрепление вашего здоровья, исцеление, оздоровление, омоложение нашего организма в целом. Да, оздоравливаются, омолаживаются наши органы. Уходят всякие болячки, уходят ненужные лишние калории, обозначается талия. Мы омолаживаемся, потому что наши упражнения – это еще и фейсбилдинг. Наши упражнения по нейрогимнастике, то есть пальчиковая гимнастика, они омолаживают наш ум, они укрепляют нашу память. Тем самым это профилактика Альцгеймера, деменции. И в целом это развитие эмоционального интеллекта, прокачка нашего мозга, а также все это способствует миру во всем мире, потому что раз счастье можно прокачать, как мышцы в спортзале, то, чем мы наполнены, этим мы делимся с окружающим миром. Хорошо, вот так вот вкратце. И давайте сейчас возьмем вдох этого бодрого, свежего утра. Станем на носочки, низ животика, вдох. Улыбочки обязательно, дели улыбочки. Еще раз вдох, наполнили счастьем, радостью. Улыбки у всех, да. Поблагодарили Вселенную, поблагодарили это утро за этот прекрасный день. Благословляем этот день, да. Пропитались полностью каждую клеточку этим счастьем, этим радостью. Выдох. Еще раз вдох. Потянулись на носочки, потянулись, улыбнулись. Вот, задержали все, пропитали каждую клеточку счастьем, радостью, ликами солнышка, отличным настроением. Хорошо, молодцы. И, дорогие друзья, давайте вспомним правила нашего смеха. Мы обязательно, уже я сказала, одеваем улыбочку, да? Начинаем мы смеяться на букву А. В конце, вы знаете, мы уже прокачиваем, когда у нас горлышко разогрето, подготовлено, когда уже мышцы расслаблены, мы хорошо протренировались. Потом мы уже прокачиваем и смеемся на разные буквы. Но вначале это буква А, и давайте сделаем улыбочку и сделаем А. И ротик широко-широко открывается. Давайте проверим. Вот у кого четыре косточки помещаются, прям вот хорошо. Но каждый раз мы шире-шире-шире открываем ротик. А-а-а. У меня три помещаются. Три. А есть у кого четыре? Но если у кого-то еще совсем мало открывается, значит, вы знаете, что постепенно-постепенно будет получаться лучше и лучше. Для чего мы открываем широко рот? Да чтобы громко и как можно больше из нас вышел выдох, да? И вот тогда мы делаем вдох уже, раскрываются наши легкие и более такой полноценный, жадный, глубокий, да, более 4 литров воздуха мы берем. И чем больше в нас поступает этот кислород, вот тем быстрее, лучше идут вот эти все процессы. Ну и, конечно, выдох у нас идет долгий, долгий, долгий. Когда у нас заканчивается голос, мы выдыхаем, продолжаем уже беззвучно. И если кто-то из вас на работе, то мы тоже беззвучно можем это делать. Главное, чтобы прокачивали мы наши легкие, чтобы был длинный выдох, потом глубокий, жадный вдох. Конечно, мы добавляем тело в дело. То есть, когда мы смеемся, мы можем дурачиться, мы можем прыгать, кривляться, смеяться, все, что вам захочется. Итак, мы выключаем взрослого, выключаем чик. И выбрасываем далеко-далеко этот ключ. И берем ключик, вставляем в сердце. И сейчас мы включаем в себе ребенка. Поворачиваем. И мы все превратились в детей, да? Будьте как дети, всегда радуйтесь, сказано в Священном Писании. И мы будем соответствовать. И, дорогие друзья, мы сейчас с вами потянемся и возьмем наши смехошарики, смешарики, да, и они вот через ручки, они нас будут очень-очень смешить, и все эти правила мы сейчас используем, о чем мы сказали на букву А, громко, длинно, вдох, и
Подозреваю, а это банан и чистила. Лучше мы смеемся, смеха банана. Потянемся и срываем такой большой и чистим его. Смеемся на боку. Напросился на нашу тренировку лысый, хочет поприветствовать. Да. А мы его приветствуем своим жизнерадостным успехом. Ой, ты маленький такой. Ой, ты маленький такой, зайка такой. Сейчас покажу вам, как он умеет держаться. Смотрите. Подержись, держись. Вот, видите, как на турничке. Давай, вот, смотри. Ай, прыжок какой. Ой, куколка маленькая. Смешной мышонок. Такие ушки, как у чебурашки, да, он полностью лысый. Пусть как ребёночка, аж хочется... Чубчик вот тут у него. Нигде ничего нет, как слоник дальше. Ты модный, креативный, да. Друзья, мы берем кубка царских и в один набираем радугу счастья, а в другой набираем счастье, здоровье, все, что вы себе пожелаете. И начинаем на четыре счета смешивать. Смешиваем. И пьем и смеемся. Ещё раз.
Берем большую почку сюда тоже. Счастье, радость, изобилие, процветание, успех, смерть. Все счастье, у кого кошки открыты, всем попадает радость, здоровье, Раздаем этот молодильный коктейль в себя так хорошо, Хорошо тоже затрем, да? И пальчиком вот так везде проведем по всем вот ушным сгибам, да? Так, хорошо, да? А, грудную клетку. Хорошо, вот эти места растираем, чтобы у нас линия, чтобы не было никаких застоев, чтобы все хорошо работало. Давай помассируем хорошо нашу спинку. Вот, хорошо, попроминаем. Часто у кого-то болят суставы на руках, допустим, да, а причина очень часто именно в спине, чтобы не было никаких нажимов, чтобы расслаблено было. Конечно, время от времени ходите на массаж хорошему, да. Мы сами себя растираем и в душе, компрессный душ делаем, обливаемся, да, как нас обучают, да. Хорошо, хорошо, проминаем, животик, хорошо, хорошо, снизу вверх, так, и подичь, хорошо, это упражнение тоже делать, и ножки тоже, ножки попростукиваем, хорошо, потянулись, хорошо, хорошо. Итак, потянулись. Хорошо, разворачивались, ножки закреплены. Разворачиваемся. Ноги, стопы закреплены. Голова. Туловище. Да, уже, наверное, многие умеют. Чисто туловище, когда у нас таз закреплен, а работать чисто туловище. Помните, мы по точкам делали. Теперь таз. Наоборот, таз, плечи у нас на месте, улыбочки. И теперь все вместе включаем, включаем. И хорошо, хорошо, вот так, вырабатываем, да.
И в обратную сторону. Хорошо. И бок потянулся. Вот просто под весом хорошо. Тянемся. И в другую сторону. Вот так. И ручки взяли в комок. И хорошо, хорошо, назад, и назад, вот так, развиваем гибкость. Так, вот так, чтобы у нас подвижные все суставы. О, хорошо. И давайте нашу считалочку. И к ладошкам, кто больше хлопает, чтобы красные были, больше денежек прилипает. Поехали. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да. И сейчас мы все с вами превращаемся в цветочек. И вначале он такой растет, он бутончик. Он еще не видел этого мира, не видел этих чудес, этого неба и солнышка. И вот он такой потихонечку растет, тянется на свет, идет на тепло. Вот так, вот так, вот так, вот так растет, 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 растет. И бутончик начинает потихонечку раскрываться, один пальчик. Ой, испугался. Ой, пальчик, ой. Испугался. Два лепесточка. Лепесточка. Открывается бутончик. Он весь прекрасен. Солнышко. Улыбаемся. Небо голубое. Листики зеленые. Деревья. Ай, как красиво. И цветочек начинает радоваться, колыхаться на ветру. И радоваться этой красоте. И съела бабочка. Бабочка. И она говорит цветочку, ты так прекрасен, можно на тебе посидеть, мы будем дружить, и они оба смеются. И бабочка спрыгнула и полетела. И мы все превращаемся в бабочек и полетели по комнате. Или кто там на природе полетели, смеемся. Давайте сделаем вдох. И пчелка лапками пошикатила цветочек. Пчелка полетела дальше, и мы сейчас летаем и жужжим, как пчелки. Полетели, мои хорошие пчелки. Полетели, полетели.
И давайте разомнем немножечко наши пальчики. И вспомним, вчера мы вот такую цепочку делали, да? Указательный большой, потом средний большой, безымянный большой, мизинчик большой и назад. И делаем вот такую цепочку, да, внимательно. Да. Хорошо, молодцы. А теперь помните, по очереди указательный, средний, безымянный, мизинчик и назад. Так, теперь двумя ручками, но другой ручкой отдельно тоже попробуйте. И теперь вместе. Пам-пам-пам-пам. Все попадают, никто не промахивается. Побыстрее. А теперь смотрите, на одной ручке мы идем вперед, то есть с указательным, а на другой ручке мы начинаем с мизинчика, идем назад. Мизинчик, безымянный, средний, указательный. Мизинчик, безымянный, средний, указательный. Итак, сделали мизинчик, а здесь вот так, да? И поехали. Раз, два, да, это уже вот немножечко посложнее. Делаем, да, внимательно. Вот вам домашнее задание, тренируйтесь. То, что у вас не получается, обязательно потом дополнительно тренируемся. А теперь наоборот. Здесь мы идем с мизинчика, а здесь идем с указательного. То есть здесь идем с мизинчика, поменяли ручки, да? Мизинчик, безымянный, средний, указательный. Мизинчик, безымянный, средний, указательный. А здесь идем вперед. И поехали, здесь указательный, здесь мизинчик. И поехали навстречу друг другу. Вот, как, ребята, получается? Нет. Хорошая. Если даже что-то не получается, все равно хоть чуть-чуть получается, но когда вы пробуете что-то новое, у вас образуются новые нервные связи. У вас уже по-другому работает мышечная память. То есть развивается уже запоминание. Поэтому даже если снились, мы все равно снимемся. И потихонечку тренируемся, хорошо? Немножко встали, кулачки. Хорошо, хорошо. И обязательно растираем. С пальчиками обязательно нужно хорошо работать, чтобы они были гибкие. Вот пора пробовать делать, да? Вот так взяли замок и вывернули. Кто сколько может. У кого-то вот так будет, у кого-то так будет, неважно. И потихонечку вот так, сколько можем, да? И назад. По-другому переставили. Да. И поехали. Опа. Да. И назад. Хорошо. Молодцы. Хорошо. И вспомним нашу считалочку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Да, вчера мы учили. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. И беремся вот так за ухо. Саша по шоссе и сосала сушку. Одна рука носик трогает, другая трогает ушко. Шла Саша по шоссе. Молодцы. И сейчас, друзья, мы будем делать звукотерапию. То есть мы поем звук А. Сколько можем, долго-долго тянем. Приготовились? Вдох.
Хорошо. Теперь делаем О и в середине М добавим. Губки у нас расслаблены, должно быть шикотно. Да. Приготовились, на носочки встаем, вдох низ живота. О. Это делаем, да? Тут уже у каждого в разное время, может быть, индивидуально. Откашливайте, сплевывайте и приготовились. У, вдох, вдох. А теперь давайте мы сделаем стаккато. И будем тянуть, хорошо? А низкие, высокие уже тоже вы сами регулируете. Вдох. Теперь звук «ы». И давайте я сейчас спрошу, кто молодцы, а вы скажете «мы». Будем долго-долго тянуть, да? Кто молодцы? Вдох. Мне почему-то тут получается. Класс, молодцы. Мне почему-то как сирена получается так. Мы. Хорошо. И теперь звук «и». Можем потоньше ноту взять. И вдох низ живота. Хорошо, молодцы, да, лучший день, да. Ну теперь, кто победитель, кто молодец, кто герой нашего времени, громко, кто? Да! Выдыхать можно беззвучно, можно выдыхать смехом, когда голоса не осталось, да? Но главное, чтобы был полный-полный выдох. Хорошо, молодцы. Давайте, друзья, сделаем несколько глоточков и потом посмеемся во имя мира во всем мире, да? И говорим, я молодая, я красивая. Я молодая, я красивая. С каждым смехом, с каждым вздохом я оздоравливаюсь, омолаживаюсь.
Я красивая. Растет моя самооценка, моя уверенность растет с каждым вдохом. Моя уверенность, моя самооценка растет с каждым днем, с каждым годом. Я примагничиваю себе людей из разных-разных стран. Мои команды растут, да. Я магнит. Все больше и больше людей проходят волшебные упражнения, да. Все больше и больше людей становятся счастливыми и жизнерадостными, да. Благодаря мне будет мир во всем мире. И сейчас мы смеемся на разные буквы, которые мы уже прокачали. Все буквы смеемся на улыбке, да? И делаем низкие, высокие, стаккато. Звук пропал. Хотите, можете, да, петь, можете смеяться. В общем, комбинируйте, вот такой микс делайте, фантазируйте. Итак, включаем. И поехали, микрофоны. И друг другу мордочки показали.